это Венеция. Сейчас мы находимся на речном трамвайчике и едем прямо на пьяцца Сан-Марко. Ну что, прошло 6 часов, и мы из Вены доехали наконец-то до пьяцца Сан-Марко. И мы сейчас здесь. Ну, как всегда, по традиции будем кормить голубей. Егор будет капризничать, а мы пойдем дальше смотреть и будем рассказывать вам все, что мы увидим. А этот мальчик кормит голубей. Теперь самый известный аттракцион на площади Сан-Марко, а мы кружимся. А теперь мы с Егором направляемся внутрь Венеции, внутрь острова, смотреть, что здесь происходит интересного, и будем вам... Смотри, отель, прям вот как отель. Что-нибудь. Тут же все нацарапано. Как, чем они тут царапали? Это мы гвоздиками. Эй, гвоздьба. А это мы с Егором идем по очень широкой улице, которая прям вот специально для 10 человек. На самом деле здесь один еле-еле разойдется. Егорик. Его. Рыбки. Так. 50 центов дешевле. Отличный ресторанчик. Прям во дворе. Я сейчас хочу рассказать мои первые впечатления в Венеции. Мне кажется, Венеция – это такой древний итальянский городок, смахивает на городок 15 века. Такие старые здания, уютные. Я сейчас прогулялся по Венеции часа два и понял, что здесь не такие длинные улицы, как в больших мегаполисах. Здесь есть улочки, которые даже два человека нелегко протиснуться. Венеция – это в одно время и культурная столица, и туристическое место. То везде полно туристов, но стоит ли тебе зайти на какую-то маленькую улочку и ни одной живой души? Венеция – это очень хороший город. Но только жалко, что море все время поглощает Венецию. Каждый год она уходит под море на 2 сантиметра. По расчетам ученых, через 80 лет она полностью погрузится под море. Кстати, Венеция очень распространена. Слышите? Это холод. Вещает о времени. Сейчас 7:30. В Венеции очень распространены водные такси. Вот. Ведь вы знаете, в Венеции нет ни одной дороги. Ведь это буквально город на воде. Эта Венеция разделена на 12 островов. На каждый остров можно добраться либо на речном такси, нанять катер. Или есть такие маленькие лодочки, которые тебя везет один человек, также к тебе могут присоединиться еще. Эти лодочки называются гондолы. Сейчас мы сидим в уютном итальянском ресторанчике. И ждем? И ждем, пока нам принесут итальянскую еду. Вот и наша красавица пицца. Thank you. Thank you.
Вечером практически никого нет. Все туристы разъезжаются, а венецианцы расходятся по домам. Отель, который мы хотим. Мы сейчас исходили, наверное, все 20 отелей. И 5-звездочные, 2-звездочные, 1-звездочные, беззвездочные, 3-звездочные. Вообще все, которые есть. Мне запомнился много отелей, особенно самый дорогой, где ночь стоит 640 евро и головокружительная цена. Потом еще есть отели, где ночь стоит всего 70 евро, но там они прямо в конце дома, то есть отель находится в пентхаусе. Сейчас мы вроде бы отыскали нормальный отель за 100 где-то чем-то евро. Но мне это на всю жизнь запомнится, как мы бегали 2 часа, ища отель по всей Венеции. То мы были на одной стороне острова, то на другой стороне острова. Это было просто незабываемо.